Как убрать вихри, ребят? В этом видео давайте разберемся. Один из вихрей — это маленький, вот такого вида, ребят. Их всего существует три. Почему три, сейчас я объясню. Для того, чтобы убрать маленький вихрь, вам нужно просто подойти вплотную. Но самое главное, чтобы у вас была лампа Аладдина, которая дается при выполнении заданий с Джект. И при этом вам нужно будет ее прокачать на максимум. А прокачивается она также, когда вы проходите сюжетную линию с Джект. Вы натыкаетесь на определенные такие места, где вы сможете прокачивать эту лампу Аладдина. Почему ее надо прокачивать, сейчас тоже поймете. Для начала, для того, чтобы просто разблокировать вот этот вихрь, вам нужно просто к нему подойти вплотную. Он, естественно, пропадет. Вам даже лампу заряжать не потребуется. Но для того, чтобы убрать большие вихри, вам потребуется зарядить лампу Аладдина. Она должна быть у вас заряженная на 3 единицы, по-моему, если не ошибаюсь. Зарядить ее можно вот с помощью вот этой штуковины. На карте она отображается в виде какого-то дерева, ростка или что-то типа того. Вы просто подходите, он у вас, по-моему, лампа сразу заряжается, хотя я точно не уверен. Я на всякий случай всегда постоянно нажимаю эту активацию. Ну, на всякий случай. После того, как вы это сделали, у вас лампа зарядилась на максимум, вы можете уже убрать большой вихрь. А почему я говорил, именно три вихря существует? Потому что многие думают, что можно снять вот этот огромный центральный вихрь, который, к сожалению, не снимается ни при каких условиях. Он у вас будет постоянно, может быть, в следующих обновлениях его, конечно же, уберут, но тем не менее. Получается, снять вы можете только маленький, который показал только что, и большой, который вы увидите, как снять сейчас в продолжении видео. Придется убрать большую песчаную бурю, которая находится вон там. Для того, чтобы убрать, вам нужно просто подойти максимально близко, и она автоматически пропадет. Давайте проверим. Та-дам, да, отлично.